Добрый вечер, мои дорогие друзья. Спасибо, что заглянули ко мне. Сегодня у нас... Какой же у нас еще? 24-е, 23-е мая. Вот хочу небольшой обзорчик сделать. Стою на терраске в баньке своей. Вот так вот у меня шумит водопад. Корзинке ирис, такую корягу я поставила. Ну, в общем, вот так вот у меня все выглядит. Тут уже выросли ирисы болотные, кувшинки уже вот поднимаются потихонечку, там рыбки плавают, кое-что зацветает уже на воде. Вот так выглядит. Ой, извините, сразу вот у меня шланги, да, потому что поливали, у меня валяются везде шланги. Так что вот, извините, сразу предупреждаю. Немножко испортит картинку. Так, вот я спустилась. Вот такой вот у меня прудик. Вон там рыбки, рыбки мои, рыбки. Перезимовали прекрасно. Да и кувшинки перезимовали прекрасно. Надеюсь, что вырастут. Сейчас уже вода согревается, они уже начинают потихонечку влезать. Так, ну что у меня? Яблоня отцветает уже. Здесь у меня уголок вот новый, розовый. Потихонечку розы начинают открывать свои побеги. В горшках это те розы, которые я пыталась спасти. Розы Фокина, вот они у меня здесь стоят. Две розы Мияби так и не принялись. Не знаю, я их пока не выбрасываю. Ну, мало ли, вдруг пойдут. Вот розы Мияби. Вот, пожалуйста. Никак. А так вот здесь вот более-менее как-то так что-то. От кошек котовник закрываю. Что-то вроде как-то начинает. Вот спасала тут тоже. Это уже у меня Фредерик Мистраль. Ну, вроде тоже отходят. Очень плохо она у меня росла. Я решила пересадить. Так. Вот Сир мой прыгнул. Сир, ты на столе сидишь, да? Сир. Сир. Сирушка, ты мой хороший. Да, мой мальчик. Так, вот здесь у меня... Еще не покошено, кстати. Здесь у меня очень высокая выросла Александра Маккензи. Вот я даже не подвязывала розу Поль Нуэль. Вообще просто ее подняла, и все. И вот она сама по себе закрученная, такая огромная, огромная. Метров 5, наверное, у нее побеги. Вот тоже у меня здесь моя Фрейс Мельба гортензия. Я думала, она не отойдет, отошла, слава богу. Слава богу, отошла. Пошла расти. Так, вот здесь у меня потихонечку растут осенние посадки, весенние посадки, розочки. Вот у меня... Вот я сегодня замульчировала, косили мы немножечко. Где-то докосила, где-то не докосила. Мульчировали сегодня. И сегодня замульчировала все розы травой. Все розы. Так, вот здесь у меня перовская. Вот она в горшочках. Не знаю еще пока, куда пересаживать буду. Но вот сейчас пока не буду трогать. Пусть наращивает корни. Так, отцветает спире серое. Вот у меня сирень какая красивая, очень красивая. Розы в бутонах, очень такие бутончики хорошие. Вот все-таки был заморозок, а как-то так все пошло расти, слава богу. О, ландыши, здесь запах стоит. Сюда подходишь, и прям аромат, аромат, аромат. Очень вкусно. Так, вот у меня роза Simple Gorgeous. Это питомник. Какой
Какой же это питомник? Сейчас я посмотрю. А, это розомания. Кстати, розомания очень неплохие саженцы. Вот все мои саженцы. Вот, пожалуйста, он собирается цвести. Вообще все саженцы, которые у меня из розомании, они очень себя прилично так чувствуют. Так, здесь у меня клематисы тоже уже на бутонах. Вот такие вот у меня клематисы будут расти. Ой, мой красавчик, красавчик, красавчик. Колодец я не веду. Это роза Толбиаков, но она выросла высокая. Высокая такая. Так, вот видите, замульчировала все розы. Все розы себя, по-моему, хорошо чувствуют. Бутончики есть. Есть много слепых побегов, но я так потихонечку их удаляю, где уж явно, а так стараюсь пока не очень трогать. Дельфиниумы все прекрасно, все подвязала. Роза вон огромная, высоченная, уже 1,20 м, наверное. В смысле, лилия. Вот эта мисс Фея, она будет очень высокая. Флавентанс пока не септериозит, слава богу. Пока, не знаю. Я в этом году ее плантофолом не обрабатывала. Вот я брызгала вот эти розы. Вот Маритима у меня здесь. Ну, может быть, на нее что-то попало, но не критично. Так. Вот у меня цветет красавица рябина, которую я формирую. Вот второй год растет у меня в кашпо роза макароза, которая в прошлом году мне прислала Маша Харченко. Подарок такая маленькая была. Она очень хорошо себя чувствует в горшке. Вот так вот у меня здесь смотрится. Вот моя горочка. Вот эти анютины глазки здесь растут уже 100 лет. 100 лет растут. Так, вот так вот у меня фиалочка. Очень красивая фиалочка. Прямо чудо какое-то, чудо. И вот, вот такой букетик красивый получился. На ночь закрываются вот эти цветочки. Скоро ромашки распустятся. Вот здесь у меня нарисовались тоже ромашечки. Очень красиво вот это вот смотрится. Очень красиво. Незабудочки на фоне воды. Очень красиво. Вот это, конечно, живописно. Так, барбарис надо. Надо барбарис подрезать. Хризантемка моя. Вроде тоже ничего. Тут розочки. Елочка моя, коника, прекрасно растет. Вот у меня здесь. Ой, был дождь, тут так скользко, я даже упала и ударилась, между прочим, вот об этот камень. Но, слава богу, не сильно. Вот водопадик, водопадик. Водопадик. Ой, Серушка сидит на камушке. Такой красавчик. Так, пойдемте сюда. Ой, опять-таки вот шланги, но вот нужны, нужны. Здесь мои горочки разрастаются. Кран я вот так вот пока закрыла, но надо что-то придумать. Наверное, убирать его отсюда. Ой, вот так вот у меня начинает распускаться герань садовая. Вот. Пионы мои набрали бутоны. Пионы набрали бутоны. О, какая сирень красивая. Очень. Я ее подвязала, а то она мне здесь легла на пион, на этот. Береза. Как она называется? Лонг-тронг. Так. Вот виноград у меня плетется. Виноградик. Так. Здесь у меня что? Всякие шиповнички. Ой, у меня дочь критикует, что у меня кругом растут растения, что нет газончиков. Ну, да, наверное, может быть, она права. Так, вот тут я пересаживала весной гортензии. Прекрасно они принялись. Прекрасно принялись. Здесь розочка этого года розана, посадка. Вот так красиво будет между двух красных кустов. Будет элегантиссимо, дерен. Вот этот у меня что-то в этом году плохо. То ли подмерз.
как это называется, то господи помилуй, азалия, не помню сорт, как называется, так не очень цвести будет, не очень будет цвести вот эта азалия. Думала, что такое ощущение, что они вот подмерзли во время заморозков, ну не знаю. Тут много слепых побегов на крем для крем, много. Так, ну что делать, надо будет мне как-то это все, не знаю, может ее загоризонталить. Ну так она вроде хорошо на этой опоре. Так, вот мои остинки, дорогие, любимые, все в бутонах. Пока все хорошо с ними. Пока здесь все хорошо. Сегодня обработку делала еще одну. Вот. Ну вот, я недавно прошлась по саду. Сирень цветет. Как же сирень хорошо цветет и благоухает. Красота. Вот так вот. Так, сейчас я... Кошки бегают за мной. Ходят за мной, да, мои хорошие? Ты чего, Сир? Вот у меня такой рододендрон красивый, очень. Но его надо будет как следует на зиму накрывать. Прям сделаю ящик ему с утеплением, чтобы он зимовал под теплым одеялом. Так, вот розочки хорошо пошли, первогодочки. Здесь у меня клумбочка такая. Эти, как их зовут, очень люблю. Шалфей дубравный здесь у меня хорошо, разный растет. А вот этот не захотел цвести в этом году. Я думала, что здесь бутоны. Нет, это Хельсинский университет. Он новые побеги дал. Ну и хорошо, пусть растет. Пусть растет. Так, вот этот в этом году плохо тоже, видите, азалия плохо цветет. Ну вот подмерзли, вот видите, подмерзли все-таки у них бутончики. Подмерзли явно. Ну, ничего страшного. Эти заморозки, конечно, повредили нам цветение. Посмотрим, как розы будут цвести, пока бутонов много. Вот такой у меня рододендрон. Какой-то тигер, не помню. Очень зимостойкий, будет высокий. Вот так клумбочка моя еще одна смотрится. Вот, это роза, розмарин роуз. Тоже много слепых побегов, надо будет подрезать. Посмотрим, ладно. Еще подожду недельку. Вот, тут мой лесочек, мой дорогой лесочек. Так, надо посмотреть, как у меня вот эта туя. Ну, вроде она пошла расти, да. Потому что в прошлом году она была просто в плачевном состоянии. Сейчас, ну, вроде, ну, тоже, конечно, тускловатая зелень. Посмотрим, ладно. В конце лета будет все ясно. Посмотрим. Что с ней? Не знаю. Подкормить, может быть, надо магнием. Вроде уже подкармливала. Вот эти нормально. Это вот, видите, такая, какая-то бледная. Пересаживала в прошлом году. Может, болеет. Так, это моя красавица. Инверса. Вот у нее хвост. Такой какой-то. Не пойму, что за зверь такой. Итак, раконочка, видите, она в этом году прям такая хорошая, хорошая. Шишечки уже все, не красные. Так, вот это мой полукруг хвойный. Забыла, как называется вот это глобал, забыла. Забыла. Так вот у меня вот прищипнула сегодня я эту сосенку. Ходят за мной кошки. Обе. Обе приблудные. Вот еще у меня одна инверса. Красотка. Слава богу, они не померзли. Слава богу. Вот такой полукруг у меня здесь. Это
лошадь, казацкий можжевельник лошадиных размеров. Так, вот так смотрится. Вот так вот. Ну, этот кружочек, полукружочек. Я свет включила, чтобы было так как-то понаряднее. Вот, здесь у меня колодец настоящий, в котором, кстати, много воды. У меня на всякий случай. Здесь, возле него, вот так очень красиво, по-моему, растут папоротники. Очень мне нравится. Очень нравится. Так, вот. Там лесок у меня. Лес, шланги валяются, как всегда. Вот, ну, видите, темно у нас тут, конечно, темно. Темно. Растениям темно. Яблони, 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 яблони. Красота. Ну, вот моя горка. Мне так нравятся незабудки. Здесь сами высеиваются они у меня, где хотят. Так вот все выглядит. Вот какая у меня Grand Everett. Я ее немножко подвязала, потому что она стала уже ложиться. Огромная. Она где-то 1,80 м, наверное. И шневальцер здесь. Здесь уже виноград девичий оплетает все. Так вот пустила по сверху поворотам. Тоже будет расти. Вот как смотрится все. Арочка моя, красотка. В этой арке будет очень красиво. Из этой арки будут смотреться розы. Да и сейчас даже симпатично. Это айва японская, которая в этом году не зацвела. А это начинает цвести. А это моя степвипер. Очень надеюсь, что у нее косы вырастут. Скоро. Надеюсь. Это жасмина. Видите, у нее очень много базальных побегов. Очень много. А тут я сегодня сломала. Это роза крем де ля крем. Маленькая такая. Сломала большой побег. Ну, у нее вон полно базальных. Она тут, слава богу, прижилась. Тоже вот жасмина. С двух сторон. Вот так вот хорошо она вырастет. Вот так вот пустите ее. Парочки. Будет очень красиво. Ну, вот тут вот у меня вот такой вот уголок с розами. Это робуста пошла расти. Я очень коротко обрезала в этом году. Так, это лавинья. В общем, вот так все у меня выглядит. Надеюсь, что где-то недели через три, наверное, будет уже цветение. Надеюсь. А там посмотрим, как должно быть. Ну, все, мои хорошие, мои дорогие. Я с вами прощаюсь. Вот так вот опять прогулялась. Видите, потихонечку все вырастает. Потихонечку. У меня очень много этих гехер, вы знаете, они так разрастаются. Им, наверное, здесь вот хорошо, вот в таком каком-то темном месте. Хотя вот это место совсем не темное. Но им здесь нравится. Вот некоторые растения у меня прям на ура растут. Вот, правда. Вот, ну все. Всем пока. Спасибо. Кружочек я сделала. Спасибо за то, что заглядываете ко мне, что смотрите. Мне всегда очень приятно. Если вы что-нибудь напишете или подпишетесь, мне будет очень приятно. Всех благодарю. Всем пока.